10 миллионов редких краснокнижных птиц гибнет в России ежегодно от электрического тока. Чаще всего это крупные хищники – вороны, орлы, соколы. Опоры линии электропередач для них представляют угрозу. Поэтому зоозащитники разрабатывают все новые конструкции для спасения жизни пернатых. Птица садится, трогает крылом, а неохота, неприятно, и улетает. Крылья крайне важны для птиц, чтобы им нужно для выживания. Она просто подлетает, садится, неудобно, улетает. К несчастью, передать неудачный опыт своим сородичам птицы не могут. Забота о пернатых ложится на плечи человека. Желтые металлические прутики с защитными насадками должны помешать птицам разместиться на опоре. В природе, когда птицы садятся на данные элементы линии электропередач, часто они гибнут от короткого замыкания, задевая за провода. Данная конструкция позволяет обезопасить их от короткого замыкания, от гибели. Ну, крупные хищники, они используют ЛЭП в качестве наблюдательных пунктов, в качестве присадок. А врановые, они гибнут в силу своего любопытства. Такие высокоинтеллектуальные птицы, вот им все интересно залезть, разобрать, поковыряться, и они попадают под поражение электрического тока. Несколько месяцев устройства будут тестировать в зоопарке, пока орлы только привыкают к новой установке в своем вольере. Орел – птица гордая и адаптивная. Птицезащитные экспериментальные конструкции установлены здесь не случайно. Именно орлы быстрее всех покажут результат. Если птице будет неудобно садиться на этот импровизированный ЛЭП, то они будут установлены на территории Самарской области. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.